Приветствую вас, и на самом деле на ваш вопрос существует несколько точек зрения, несколько важных моментов, которые, в принципе, дадут вам тот самый ответ, в котором вы, к примеру, нуждаетесь, допустим. Первое, пожалуй, это вспомнить свои мечты, то есть вспомнить вообще все то, о чем вы мечтали, к примеру. Вот. То есть, если вы как следует подумаете, и если вы вспомните, о чем или какие были ваши мечты, к примеру, ну, в детстве там и так далее, то я уверен, вы увидите тот самый ваш смысл жизни, который, ну, в котором, точнее, в котором вы так нуждаетесь сейчас. Вот. Это первое, да? То есть, я надеюсь, вот то, что касается этого аспекта, тут, я надеюсь, все понятно, да? То есть, я надеюсь, что вы поняли, что я хочу сказать. Вспоминаю о том, о чем вы мечтали, вспоминаем, что вызывало в вас живой интерес в детстве, к примеру, вот, и, собственно, это и нужно воплощать в жизнь. Именно то, что когда-то вызывало у вас живой интерес. Следующий момент. Это момент созидания. То есть, для того, чтобы жизнь обрела смысл, нужно что-то создавать. Нужно носить куда-то вклад. Это совсем не обязательно, может быть, к примеру, творчество, но очень важно, чтобы это был вклад куда-то, понимаете, очень важно, чтобы это был именно вклад вот просто в какие-то моменты, в какие-то вещи, очень важно, чтобы это был именно вклад в какие-то вещи, вот. Понимаете? На мой взгляд, это первое, что нужно сказать. Вот. Второе, конечно, это то, что касается ваших желаний, ну, конкретно ваших потребностей, то есть конкретно чего вы хотите, конкретно что вам нужно, конкретно в чем вы нуждаетесь и так далее. Вот. Тоже весьма-весьма важная история, то есть какие у вас желания, какие у вас ценности, какие у вас взгляды и так далее, какая вообще позиция. Вот. Это все достаточно важные аспекты, вот, если мы хотим, опять же, понять, что с вами происходит, ну, то есть, если мы хотим понять, что для вас важно, какой для вас смысл жизни.
Вот. В целом, достаточно, по сути, в целом достаточно просто снять ограничения, которые у вас есть. И все. Сняв ограничения, которые у вас имеются, вы сами опишите себе путь к смыслу жизни. Потому что, ну, пока что совершенно, на мой взгляд, понятно, что вы себя подавляете, либо вы считаете, что должен быть какой-то, ну, я не знаю, должен быть какой-то высший, может быть, смысл жизни. Вот. То есть мне это, конечно, тоже нужно выяснять. Однозначно. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Значит, на ваш вопрос. В целом, если вы хотите разобраться, то желательно, конечно, больше информации о вас получить. Вот. Потому что так слишком мало информации. И мало материала для анализа, по сути дела. Вот. Но это опять же, не такая, чтобы проблема, да, потому что, ну, все можно поисследовать, со всеми вещами, в принципе, можно будет поработать, вот. И все можно будет подкорректировать. Так что это вот то, что я хочу вам сказать, то, что я хочу вам заметить. Вот. Соответственно, если пожелаете разобраться, обращайтесь в личку, будем смотреть, исследовать, как так вышло, что у вас нет смысла жизни. То есть откуда, грубо говоря, идет подавленность ваша. Вообще определите свои ценности и определите, чем бы вы, к примеру, готовы были бы заниматься ради, скажем, только процесса. То есть вот именно чисто ради процесса, чем бы вы были готовы заниматься. Подумайте об этом. Я полагаю, что это вам даст все необходимые инструменты для, скажем так, понимания себя. Вот так вот, я думаю, можно вам и ответить на ваш
вопрос, который вы задаете. Вот. На этом, в принципе, все. На этом мой ответ, можно завершить. Вот. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне в личку их дополнительные вопросы. А я буду рад вам помочь. Буду рад помочь вам разобраться, если что-то вам непонятно, если у вас есть противоречия какие-то, ну, если вы имеете внутренние противоречия. Вот. Если же вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если мой ответ, если сделаете лучшим. Вот. Значит, желаю вам всего самого доброго и удачи.